Чё, как народ, с вами Дрейфойер, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру Five Nights at Candy's. Погнали! Мы закончили на третьей ночи, так и не прошли её. В этот раз попробуем пройти. Почему долго не снимал? Ну, во-первых, я случайно нажал New Game, как FNAF 4. Я кривожопый, я знаю. Ладно. Вторая. Я понял, как играть. Когда к нам приходит бланк, я так понимаю, как его называют, надо проверять вначале 11-ю камеру. Вот, если он пропал, не переключаться на 5-ю и сразу закрывать передний проход. Чтобы узнать, где Old Candy, надо... я так понимаю, да, вот тут вот получает Old Candy. Если он тут стоит, надо быстро закрывать дверь. Потому что у неё, как я понял, глаза не светятся. Тут всего два старых аниматроника. То есть Кэнди и Бланк. То есть остальных аниматроников вроде Кэнди можно увидеть по глазам. Откуда я знаю, кто такой... И вы... А, ладно, неважно. То видео, которое Файнэс Кэнди Скример, я просто нашёл, скачал и вставил. Всё. А чё вы хотели-то? Может, мне хочется выложить на канал для себя. Five Nights at Candy's все скримеры. Я, честно, не смотрел это видео, просто тупо. Увидел, опа. То есть, увидел первый скример, они все быстрые там просмотрел. В общем, вот, то есть... Так, вовремя. Так. Следим за этой камерой. Вот, то есть, нам вот это. И все, в принципе. Остальные мы можем и так. И уходить когда-нибудь мы... Проверим. Так. Да, то есть я понял технику игры и знаю всех аниматроников. То есть марионетка, которая появляется только в мини-игре, походу, если это мини-игра. Кэнди, Кинди, Честер, это обезьяна, кто не понял, которая к нам пришла, походу. Да, это был Честер. Потому что Кинди, вот она. Бланк. Вот он, собственно, уже повернулся. И Old Candy, который должен быть вот там. Так, сейчас мы осматриваемся. Ищем. Кстати, если... А, да, еще, по-моему, пингвинчик. Да, пингвиненок еще должен быть. Вот он. Ты какой милаха, ребята. Слушайте, он реально милаха. Ну, посмотри. Ну, как он может напугать? Если, правда, у него потом, когда не скример, у него, например, глаза. Страшные. Ну, или, да, превьюшку второй серии. Там он был без глаза. Вот это я не знаю, что. Так. Оу. Так. Old Candy еще не вылез. Так. Не, знаете, как я... Как я буду делать? Я вот так буду делать. То есть вот это. Вот он, Old Candy. И вот эти две. Все. То есть я все буду проверять. Понятно. Так, на пятую мы вообще не смотрим. Если бланка нет. Если бланк есть, значит, можно смотреть на камеру. Сейчас мы открываем эту дверь. И следим вот за этими двумя пацанами. И остальными можно насрать. Нет, не насрать, конечно. Вот так вот подойти. Оп, 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 оп. И пробежаться по камерам. Все. Все аниматроники раскрыты. А вот все их скримеры не раскрыты. Зато я знаю, как нападает Кэнди, потому что нас один раз убил. Ну и бланк. Бланк всегда нас убивает, когда мы не знаем, что делать со стеклом. Сидит еще. Ох ты. Слушай, он довольно стрёмный, мне он больше всех пугает. Он тут страшнее, чем Бланк сам. Вот не знаю, как вам, но мне Кэнди вот этот старый намного страшнее. Кстати, автор. Хотя вряд ли он это видео смотрит, но просто вдруг попадется, например. Хотя он не поймет меня, может. Я же русский, а он не русский. Так вот, что же вы, черти, делаете? Уйди отсюда. Так, 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 так. Все отлично. Все на месте. Так. Так, где Old Candy? Вот он. Так, Честер. Пингвиненок ушел. Походу меня сейчас убьют. Хотя поблизости вроде никого нет. Ой, там пингвиненок-то. Так, а где Кинди?
Кенди, а они с нами, они на месте? Серьезно? Ребята, сейчас ваши старые прототипы будут ходить. Только я не знаю, прототип кого? Бланк. А, может обезьяны? Вообще он похож на кого-то йети. А это самый старинный Кенди вообще, который только существует. Так вот, о чем я. Разработчик, пожалуйста, сделай вторую часть этой игры. Она мне так понравилась. Так же, как и FNAF мне нравится. FNAF обалденная. Это просто офигенная игра. Я ее обожаю, ребят. Ставьте лайк, если вам тоже нравится эта игра. Даже если вы не играли. Просто поставьте свою оценку. Ну, это все в конце видео, я скажу. Так. Так, он еще спит. О, это уже братан пришел. Смотрите, какой брутальный. Так. Так, сейчас на за Честером. О! Ага. Попался. На пятую камеру не смог. О! Собака. Этот у нас ходит вот тут, вот тут, вот тут. И, я так понимаю, вот эти вот две. Отлично. Так, Честер ушел у нас. О, Кинди пошла. Так, помидорчик. Точнее, пингвиненок. А что он делает? Он что, тоже перед окном появляется? Это мне интересно. Кстати, вы спросите, а почему ты опять так одет? Ну, я вам... Давайте я вам пока объясню. Сделаю вот так пока. В общем, я... Когда я записываю вот в такое время... Ну... Вот. Когда включен свет, я снимаюсь в курточке. А когда у меня день, я снимаю без курточки. Так, никого нет. Ой. Так, Кенди. Олд Кенди. Где он? Старый Кенди. Старый пердун. Честер! Вы думаете, мне жарко? Да, мне жарко. Зимой я так всегда буду одеваться, походу. И днем, и вечером. Ой. Надо убрать камеру отсюда. Не, камеру, в принципе, можно оставить и на пятой, но главное не включать ее. Можно вот так сидеть. Но лучше вот так вот не включать ее. Иначе вам задница. Я чувствую, мы сейчас эту ночь пройдем, так что давайте. Я даже вот так могу сделать. Всё, теперь хрен ко мне кто подберется. А теперь просто посидим, подождем, пока пройдет. Так вот, насчет FNAF 4. Я не знаю, может, про как-нибудь поиграю еще четвертую серию, третью ночь. Кстати, заметили, да? Тут третья ночь, FNAF 4, третья ночь. Почему-то я все время останавливаюсь на третьих ночах. И все время их не могу пройти. Хотя, вот я не знаю, FNAF 4 реально сложная. Я вам отвечаю, мне она вообще... Я вот сказал себе. Чувас, сынок. Ты должен доснять до пятой ночи. Но я даже третью пройти не могу. Видуль, а ты мне пятую предлагаешь? А, давайте просто посидим, проследим по камерам. А пингвин может ко мне пройти? Пингвин исчез. Ребята, пингвин исчез. Не, вот эту дверь лучше... Наконец-то. Опять мини-игра, как мы знаем. Ну что ж, у нас на этот раз... Давай четвертую проходить. Это какая-то короткая серия довольно получилась. Может, мои 182 подписчика не насмотрят совсем. Так, а что у нас в этот, на этот раз? А, опять марионетка. Нет, 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 не надо, пожалуйста, нет. Не знаю, что она неткает. Смотри, башка крутит. Ой, нас спалили опять, как в прошлой серии. Серии! Файнес Кэнди. Но не в видео, в серии. Мне так хочется отхаркнуть, но некуда. В бандану я не собираюсь этого делать. И отходить как-то лень. Прям, знаете, тепло стало, прям вот...
обожает куртку. Только недавно появилась у меня. И долго на меня будет смотреть. Я запоздал со словами. О, Честер, конечно. А смысл? Картинка-то меняется. Не, смотри. Первая, вторая ночь был Кэнди. Третья ночь Кинди. Четвертая Честер. Значит, на пятой будет ли Пингвиненок, либо Бланк. Или Олд Кэнди, я не знаю. Не знаю. Ладно, четвертая ночь. Поехали. Теперь я смогу спокойно у других людей смотреть первую, вторую, третью ночь. Но четвертую ни в коем случае. Ни в коем случае. Если вы смотрели вебку, то вы поймете, что я сейчас сделал. Так, я думаю, больше никто у нас не появится, так как это все аниматроники. Значок видео на бум поставил. На этом. Вот на этом вот видео. Вот она ссылочка тут у нас. Вот она ссылочка. Аннотация. Кликайте и увидите. Что хотел сказать. На превьюшке вы должны видеть Old Candy. А вот на следующей превьюшке поставим, может, кого-нибудь еще. Я скачал достаточно превьюшек для FNAC. Давайте будем Five Nights at Candy называть FNAC. Если Five Nights at Freddy это FNAF, то это будет у нас FNAC. То... Я вам говорю, это на превьюшке будет Old Candy. Потому что ночь довольно сложная будет. Я уверен в этом. Мне сейчас самое главное следить только вот за этими камерами. О! Мой дружбан пришел. Он ушел. Так, там этот, я видел, Бланк проснулся, да? Ах ты, сволочь. Не, я, в принципе, понял тактику игры, я знаю, как в нее играть. За отсутствие почти в 3 недели я уже понял, как в нее играть. Сейчас мы ее сделаем. Если пройдем эту ночь, в следующий у нас последний будет. Хотя подожди. Может, я сделаю еще прохождение 6-й ночи? И, возможно, 7-й снял эту честь. Не, ну по-любому она должна быть. Это же все-таки пародия. Во всех пародиях есть. Угадайте, что. О-о-о-о! Он уже здесь. Иди-ка ты в задницу. Блин, я боюсь, я буду за ним смотреть. Вот эти. Вовремя. Мужик, может, уйдешь, а, пожалуйста. Ага, говно. Видали, у него глаза не светятся. Вот стой там. Чуть не забыл. Ну сейчас, да? Сейчас будет скример. Я, кажется, упустил его. Так. Все, ждем. А он врежет, если я не посмотрю? Да, он врезал. Только запоздало, но все же он врезал. А где Олд Кэнди-то, я не понял. А, вон он, понятно. Так, погоди, я же сказал, что буду все камеры, не все камеры проверить, а только вот эти вот 3. А больше-то и не надо. Надо знать, кто пришел. А то вдруг пришел Кэнди. А я такой говорю, о, Кинди пришла. А он такой, опа, слева. Я поставил. Не, ну, думаю, за Бланком сейчас вот прям не надо следить. А вот за Олд Кэнди прям обязательно. Слушай, он прям самый активный здесь. Теперь. Олд Кэнди.
Слушай, уже 2 часа? Уже 3 часа. Думаю, мы с вами пройдем эту ночь. Я, конечно, не уверен, но надеюсь. Ведь я же понял, как играть. Здесь довольно просто играть, ребят. Главное знать, как играть. А если ты не знаешь, как в нее играть, учись. Просто поиграй в первую ночь. Или второе. Основные правила посмотри. Самое главное, вот, значит, самая жопа начинается на 4-й ночи. Так как тут ты уже все знаешь, но к тебе все равно приходит. Умудряются прийти те, кого ты не ожидаешь видеть. Например, вот Кэнди пришел. Ублюдок такой. Я вам, по-моему, в прошлом видео... Нет! Нет! Меня окружили. Я Саня не успела войти, и он не успел войти. Они опоздали, они секунды. Медлительные жопы. О! Вах, какой пузатый ты. Пингвин. Я упустил пингвина. Черт. Слушай, иди в жопу, пингвин, не приходи сюда. Хоть ты и ня-ня-ня, но я... О, какие люди. Какие аниматроники к нам идут. О. Красавчик. А чё он вырубает камеру? Слушай, охренел вообще, да? Вообще прям парень такой. Жесткий пацан. Как, кстати, пришёл? Ребята, не надо. 4 часа. 4 зарядки. 4-я серия, а не 3-я. Блин. Вот вовремя. Прям... Просто монстр. Все, я раскусил эту игру. Ага! Спалился, падла. Ну-ну-ну. Все, он обосрался, слушай, ушел. Так, ты у нас, друган, спишь? Спи, спи. Так, смотри-ка, они все ушли. Вот я за пингвинчика волнуюсь. Куда он мог деться? Давай! Блин, до сих пор 4 часа. Слушай, какая напряженная ночь. Так это сказал. Напряженная ночь. А что пингвин делает? Где он вообще? Слышь ты, мелочь, ты где? За пингвином нужен бережный уход. Гипотетически вы правы. Потому что к вам пришел Кэнди, чтобы вас убить. Ну а вы о чем подумали? Вот! Вот этот товарищ у нас подумал о чем-то совсем другом. Видите, даже голову повернул. Интересно ему стало. Что ж, о чем ж ты там говоришь, а? Да ты только что тут был. А нет, это она уже. Ох ты! Вот вовремя я посмотрел. Если бы я не посмотрел, я просрал. Остается всего лишь 1 часик. Понятно, этот друган у нас ушел, эти. Вот бы сейчас Олд Кэнди только не пришел. Слава Иисусе! Какой брутальный у нас. Качара. Это кот, который качает. Минута молчания. Скоро мы с вами пройдем эту ночь. О! Ей! Уху! Прошли еще одну ночь. 2 ночи за одно видео. Как в FNAF 4, помните? Была же 2-я серия. Так, еще одна мини-игра. Что же у нас тут на этот раз? Опа, ну а какие кошки у нас тут на конвейере? Вот, Синди, она какая-то слишком то. Что, зомби? Слышь, ты... О!
Смотри-ка. Слушай, дай ему. Ну-ка. Нет, синий опять. Ладно, друзья. Думаю, на этом можно закончить. И так уже 20 минут игры. На этом все. С вами был Дрейв Фойер. Подписывайся на канал. Ставь лайк или дизлайк. Оставляй комментарий. Всем пока и удачи!